Сегодня в Красноярске поздравили сотрудников краевого учреждения «Спасатель» с 15-летием. Все прошло в музейном центре «Площадь мира». Здесь спасатели развернули выставку оборудования и спецснаряжения, которым они пользуются во время спасательных операций. Церемония награждения началась с минуты молчания по погибшим вчера пожарным. Губернатор Александр Ус отметил, что профессия спасателей очень востребована и вместе с тем очень рискованная. И поблагодарил собравшихся за мужество и профессионализм. Сотрудникам краевого учреждения глава региона лично вручил почетную грамоту и благодарности, и благодарственные письма. В любое время, в любых условиях вы демонстрировали высокий профессионализм, организованность, сплоченность и личное мужество. Сегодня от имени всех красноярцев я хочу сказать всем поколениям спасателей большое спасибо. Краевое учреждение «Спасатель» появилось в регионе в 2006 году. За это время специалисты более 30 тысяч раз выезжали на чрезвычайные происшествия и спасли более 4 тысяч человек. А за последние два года спасатели участвовали в ликвидации последствий подтопления, взрывов артиллерийских снарядов в Каменке, прорыва дамбы в устье реки Сейба, а также разлива топлива в Норильске.